Короче, ребята, смотрите, какая ситуация. Прочистил тут ногами снег, чтобы сейчас вниз меньше налетело. На улице где-то минус 8. О, оторвал. Дверь примерзла тупо. Еле оторвал. Да? Даже вода не замерзла. Покажи. Смотрите, ребят. Ух. Сейчас покажу. Вот на улице водичка стояла. Смотрите. Полностью замерзшая, даже капельки нету. Но тут реально, смотрите, даже не топил никто. Меня тут не было, ну, дня 4, наверное, не было. И смотрите, тепло. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Сергей Трейсер. Мы опять с Калином приехали в землянку. Распалили уже печечку, чтобы было теплее, потому что в основном все работы у нас сегодня будут вестись внутри землянки. И я вам скажу, кстати, мы когда сюда пришли, здесь было теплее, чем на улице. На улице, чтобы вы понимали, сейчас где-то минус 18. Я не скажу, что здесь плюс, но, по крайней мере, вода в бутылке здесь не замерзла. Ты что, тут больше нуля, значит, плюс, Серега? Больше нуля сколько сейчас? 0,3. Но было теплее, когда мы зашли, потому что реально очень много тепла сейчас уже ушло через открытую дверь. Ну, короче, небольшой плюс, но здесь был. В общем, у нас в планах сегодня ничего грандиозного нету. Я решил переделать столик. Кто-то из подписчиков писал, что нужно сделать стол на цепях. Я сперва такой думаю, стол на цепях это как? К потолку подвесить? Думаю, ну это ж неудобно будет, знаете. Сидишь за столом, тут хопа, цепь, плюс он качаться будет. Ну, короче, думаю, загуглю, что такое стол на цепях. И увидел в интернете классную штуку, называется левитирующий стол. И мне очень понравилась идея. Мы взяли 5 метров цепочки. Где-то я принес ее. Вот на столе лежит 5 метров цепочки. И вместо ножек, получается, у стола будут вот такие вот цепочки. Ну, кто знает, тот уже понимает. А кто не знает, ну, короче, подождите совсем чуть-чуть. Я надеюсь, у нас получится. И будет реально крутой такой, типа, левитирующий столик. Но возьмем поправку на то, что я немножко рукожоп. Поэтому не факт, что получится. Но я реально, вот мне кажется, получится. Вот, Колян, я тебе сегодня видос показывал. Просто ж выглядит, да? Ну, выглядит-то все просто на самом деле. А как оно будет у нас получаться, неизвестно. Да, короче, ладно, приступаем. Еще кто-то писал, что стол нужно поставить вот здесь. И реально здесь достаточно много места. С этой стороны, кстати, даже больше места, чем с вот этой. Потому что мы, точнее, я печку когда строил, я ее, видите, от балки чуть-чуть в эту сторону сместил. Балка, в принципе, примерно по центру землянки. Получается, здесь больше места, и как раз вот реально здесь можно будет поставить стол. Давайте сейчас, ребята, вот эти дровишки отсюда уберем, потому что нам нужно начинать делать стол прямо в этом месте. Кстати, да, в прошлой серии я собирал стол, пол серии собирал реально, а сейчас будем разбирать. Давай первым делом сразу столешницу открутим. О, берем шурик, чтобы мы без шурика делали. Ставим ее сюда, или можем сюда поставить. Так, ну вот этот козлик. Мне еще писали кучу комментариев, что там неправильно собрал. Действительно, вот эти штуки будут мешать. Пока что его ломать не будем, потому что есть вероятность, что стол у нас не получится, и придется его собирать обратно. Пока что давай, я думаю, поставим его на лестницу вот сюда. На улицу выносить не будем, потому что, не дай бог, придется скручивать обратно. Козел уже холодный. Здесь как ни крути, чуть-чуть теплее. Сейчас еще протопим, хотя вся теплота будет вверх уходить. Кстати, смотрите, уже... 0,6. Уже 0,6. Я его, кстати, в прошлый раз выставил на улицу, хотел замерить, какая температура на улице, и забыл про него. И уже, короче, на монтаже такой вспомнил, что вот градусник я ж на окно на улице поставил. Мы пришли, он вообще, походу, клина дал, потому что там какие-то иероглифы китайские показывал. Ну, я ж показывал, то есть там вообще как бы, ну, видимо, экран на холоде не выдержал. Короче, что? Стол все-таки решаем, Колян, тут ставить, потому что стол, если мы сейчас соберем, у нас получится, мы его уже передвигать не сможем. Да? А да. Он что, типа, портативный не будет? Он к полу будет крепиться. Вот здесь решаем. Или освобождаем место и переставляем сюда. Да, мне кажется, больше места будет. Ну, реально, это толковый совет, мне понравился. Друзья, каждый из нас что-то допокупал однажды удаленно. И я недавно, вот мне там для съемок нужны были кое-какие вещи. Я заказал в одном популярном магазине. Мне, в общем, перезвонил менеджер, сказал, что в течение 2 дней отправят. Прошло, в общем, 3 дня. Мне никто не перезванивает, но я решил сам им позвонить. Звоню, оказывается, что у них закончился данный товар, они сейчас ждут поставки, а мне просто они забыли позвонить и сообщить об этом. Я при этом теряю свое время, у меня сбивается весь план съемок, и все идет, короче, теперь не по моим планам. Ситуация, согласитесь, очень неприятная, как для меня, так и для руководства компании, которая думает, что у них все хорошо. И банально может даже не представлять, что у них из-за менеджера могут уходить потенциальные клиенты, ну, как минимум одного постоянного они уже точно потеряли. И для решения этой проблемы есть CRM-система AMO CRM. Она запомнит все
всех обратившихся клиентов, сохранит всю историю общения, а самое главное, напомнит менеджеру, когда ему нужно перезвонить. Amo CRM проследит, чтобы каждый покупатель остался доволен. А большинство несложных действий система может выполнять автоматически. Уникальная функция Digital воронки. Сама напишет клиенту в удобном ему мессенджере, допустим, WhatsApp, либо же Telegram. Затем покажет таргетированную рекламу в социальных сетях и подскажет менеджеру удачный момент для звонка. А встроенные боты в Amo CRM могут самостоятельно отвечать на несложные типичные вопросы клиентов. С Amo CRM ваша компания не теряет больше потенциальных клиентов, а соответственно и прибыль. А покупатели получают тот уровень сервиса и поддержки, который они ожидают. Не бывает хороших или плохих продавцов, а бывает хорошая система Amo CRM. Переходите, ребята, по ссылке в описании и начинайте внедрять Amo CRM в ваш бизнес уже сегодня. Но ссылку на регистрацию 14-дневного пробного доступа с всеми открытыми функциями я оставил, ребята, в описании. Переходите, внедряйте Amo CRM в свой бизнес и уже переставайте терять клиентов. Давай вот эти дрова, короче, под кровать закинем, пусть под кроватью будет. Кстати, взяли еще сегодня, ребят, с собой бензопилу. Хотели на зиму заготовить немножко дров, там, поскладывать под кровать. Вот это место я же планировал заложить дровами. Но столкнулись с такой проблемой, что нету бензина. Даже ни капли бензина не осталось в бензопиле, поэтому дрова, наверное, уже придется заготавливать в следующей серии. Я, конечно, не такой рукожоп, просто здесь, ребят, нету инструмента. И дома, короче, заготовил вот такие два брусочка, зарезанных под 45 градусов, потому что понял, что здесь я, в принципе, красиво ничего выстрогать не смогу. Ну и зарезать точно я тоже не смогу здесь подручными какими-то средствами. Поэтому вот такие два брусочка, Колян, давай сейчас будем их скручивать. Ровно режешь? Да. А так, да? Да. Не, чуть дальше можно сделать. А тут? Да. Стой. Слышите, как шкварчит, кстати? Я не знаю, это то ли влага в дымоход попала, то ли жир после копчения вот этого. Кстати, вот это жир, наверное, из кучи. Да, это Артем, блин, загорелся, говорит, все, сделаем тут копчение, а ты потом, короче, мучайся с печкой. Все, это на самом деле, ребят, очень важный элемент, потому что, можно сказать, это... Ну, чуть ли не то, на чем, в принципе, стол будет держаться. Мне самому интересно даже, как он на этом будет. Но сидеть на столе и ногами вставать уже не получится. Нам нужно сейчас определить центр стола, так как у нас ни рулетки, ничего нету. Как вот я за камерой говорил Коле, что, ну, короче, я торцевал вот этот брусок. Коля говорит, что на глаз. Я говорю, да тут, в принципе, вся землянка на глаз строилась. Сейчас на глаз нужно как-то определить центр стола. Я не знаю, как я это сейчас сделаю. Ну, где-то вот тут, наверное, да? Где-то вот тут центр стола у нас будет. Так. Не, ну, честно говоря, это рукожопство. Хотя бы рулетку взял. Вот еще, когда, знаете, первые шаги здесь какие-то делались по землянке, то рулетка была, а потом, короче, она где-то потерялась. И рулетки больше нет. Сейчас, короче, закручу саморез, он вылезет с той стороны. Но мы сегодня взяли с собой болторез, ребята, и мы их болторезом... Подкусываем колесницу. Знаешь, надо, наверное, кирпичи подложить, потому что сейчас саморезы в пол вкрутятся. Так, прикручиваем еще уголок с этой стороны. Но вот эту ножку будет очень большая нагрузка идти. Ну, в зависимости от того, насколько сильно мы будем нагружать стол. Поэтому здесь нельзя на рукожопить, здесь надо качественно прикрутить. Таким же образом прикручиваем третий. В каждом уголке есть по 4 отверстия. Сейчас, наверное, на все их и закрутим. Прикрутили вот такую штуку. Хитается оно, потому что вот эта доска играет. Может, тут, кстати, как-то еще поперечный дадим. Оно как бы более монолитное будет. И вот здесь к стенке прикрутили такой брусок. В идеале, конечно же, тоже такой уголок сделать, чтобы он от земли был. Ну, короче, мы решили к стенке прикрутить. Стоит он мертво. Я думаю, что стол, в принципе... То есть стол, получается, будет висеть на вот этой и вот этой штуке. Берем сейчас вот эту штуку, именно вот так. Ставим стол. Вот тут делаем цепочку, и все, стол висит. Нелогично получается, но по идее должно получиться. Прикручиваем сюда такой крючок, на который будет вешаться цепочка. И здесь снизу прикрутили такой крючочек. Теперь, Колян, бери столешницу. Мне сейчас нужно отмерить. Какая у вас так? Вот так? Где-то вот так, да. А берем профессиональный инструмент с прошлой моей YouTube карьеры. Цепок какой-то короткий вышел. Ну давай, еще раз ставь. Я сейчас повешу. И все, столик будет висеть. Ага. Ага. Все, теперь вот. Все, он вот так должен висеть.
Только вот это, что он, короче, переворачивается, понял? Мы сейчас... держи, чтобы он не упал. Смотри. Видите, ребят, он качается, и чтобы он не качался, мы сейчас 4 цепочки вот так в пол дадим. Получается, он будет висеть на вот этой и не сможет переклоняться ни в одну из сторон. В принципе, я смотрю, у нас что-то получается. Да, кстати, я сам не ожидал такого эффекта. Я просто думал, что... Ну, короче, вот эти все приколы я на глаз сделал. Я думал, может, там какая-то формула есть, а я не подготовился, знаете. Но я смотрю, что, в принципе, у нас все получается. Пока что. Не будем сильно спешить загадывать. А я сейчас, короче, быстренько откушу 4 кусочка цепочки такой длины, которой нам надо. И нам нужно, получается, сейчас закрепить в пол и сюда. И главное, подобрать четкую длину, чтобы оно, ну, ровно красиво стояло. Прицепили таким вот образом к столу цепочки. Здесь загнали вот так саморез, он через звено прошел. И сейчас будем монтировать стол. А снизу оно будет крепиться на вот такие вот крючочки. Колян, нужна твоя помощь. Давай, в общем, давай. Цепляй стол на вот этот крючок. Чуть-чуть ниже. Опускай, но края держи. Чтоб он висел, понял, ты просто держи. Нам надо сейчас поймать горизонт. Я, в принципе, намечу себе сейчас места, где, смотри, где нужно будет закрутить вот эти штуки, понял? И... Видишь, вот это, что баланс Колян держит, будут цепи вот эти держать, по идее, если у нас все получится. Но я надеюсь, у нас... Я вижу, что у нас все получается. Есть? Хай-хай. Пускай. Ты что, он даже не упал? Офигеть! Смотри, стоит. Прикол, да? Смотрите, ребят, нигде не соприкасается ничего. Кстати, да, можно было эту балку ниже прикрутить чуть-чуть. Я такое, кстати, первый раз вижу в жизни. Реально, смотри. Прикол. Вот эти цепи, они получаются как ножки для балансировки. Такая, ну, только считай. Надо будет с длиной поиграться, чтобы стабильности добавить чуть-чуть, потому что... Да, немножко же таз, но все равно это прикольно. Мне кажется, вот этот кронштейн надо будет сместить, поиграться. В общем, ну, давай кирпич положим, что ли. Смотрите, ребят, стоит. Ну, чуть-чуть играет, конечно, но мы сейчас это подрегулируем немножко. Так, давайте еще возьмем, на край поставим. В принципе, стоит. Сюда на край. Я, если честно, был надеялся, что он упадет. Я, честно говоря, тоже думал. Но мне кажется, все равно с цепями это немножко такое избства. Послушай, все равно кирпич держит. Не, ну вообще идея прикольная. Спасибо, да. Дружище, кто написал там. Там вроде не один человек писал на цепях сделать стол. Но... Наверное, мы его так оставлять не будем. Почему? Я думаю, знаешь, что проще будет? Взять, разобрать сейчас вот эту конструкцию и просто три палки вот эти на уголках прикрутить к стене. И на палке поставим стол. Ну, все-таки надежнее будет. Ты можешь сидеть там, не черкать вот эти цепи ногами. Поэтому так и переделаем. А почему по сапе будет? Это думаешь? Конечно. А я думаю... Это весело как-то. Видишь. Смотри, как вот ту балку мы типа прикручивали, понял? Мы еще по бокам сейчас две вот эти прикрутим туда, понял? И он будет на палках стоять. Да, ну на цепи пусть висят хотя бы для декорации. Да ну какая декорация, дядь, ты что? Давай, короче, все. Идея классная, ну будем сейчас переделывать. Игрались с цепями, могу сказать. Как бы вроде что-то ставить можно. Мы уже вроде и протестировали стол, но как-то душе спокойнее будет, если все будет вот так именно выглядеть. Ну что, нормально, столик, да? Вот как подписчики писали с этой стороны. И, кстати, да, смотри, сразу сколько места освобождается. Все по феншую. Кто-то говорил, кстати, чтобы теплее было, надо зашить вот эту сторону. И здесь сделать можно дверь, чтобы был такой типа тамбур, понял? И тогда реально здесь теплее будет. Сейчас, кстати, вот реально на улице холодно, мы сколько тут находимся. Я, конечно, то одеваю, то снимаю курточку. Но здесь тепло. Вон, смотрите, 2 градуса. При этом всем, что у нас все время открытая дверь. Но, кстати, вентиляционная труба. Вообще не похоже, что тут плюс какой-то. Ну, тут, видимо, одно из самых холодных мест за счет того, что воздух заходит, поэтому там и холодно. Я думаю, знаешь что, Колян, сейчас еще, наверное, тут саморезиками зафиксируем стол, чтобы он как бы надежнее стоял. Кстати, ребята хотели сегодня выпилить стульчики с бревна какого-то большого, но, блин, забыли, короче, этот, бензин. Поэтому стульчики, наверное, будут в следующей серии. Еще, кстати, знаете что, возникла идея притарабанить сюда... генератор, там бензо или дизельный, неважно, плазму, плойку и просто зависнуть здесь нам, ну не на 24 часа, а на 48 и вот тут поставить плазму, понял, короче, тут там сижу я, ты, короче, или наоборот, и тут плазма, короче, мы типа... Какой-то Mortal Kombat, да. На отжимания. Да, как вам, ребята, идея такая? Пишите в комменты, если нравится, то мы... Ну, может, не в следующей, но в после следующей серии обязательно это реализуем. Все, ребята, стол прикручен. Ну, если стопками кирпичи не складировать, я думаю, будет нормально висеть. Может, кстати, да, еще здесь потом ножку добавим. И тогда уже будет просто стол, огонь. До сих пор, кстати, жир вот этот трещит. Стол всем столом. Всем столом стол. Что, горячая ручка? Да. Это, наверное, не чугун, да? Чугунная ж не греется вроде. Да вроде бы, да. А, и правда горячая.
А, ты уже столько дров накидал, что все, уже не закрываются дверки. Ну давай пусть будет открытое. Да, пусть будет тепло больше будет идти. Хотя землянка все равно, ребят, не прогреется, потому что дверь надо закрывать. Так, ну что, давайте вынесем этого козла, которого я вчера... Пол, не вчера, а в прошлой серии, имею в виду, крутил, блин, полдня, собирал, и такое, что ты смеялся? Да не, меня просто Артем отвлекал с этим копчением все время. А еще, ребята, вот эта ручка была куплена еще, наверное, летом, ну, либо в начале осени, и никак вот не могла прикрутиться к дверям. Идемте, я, короче, сейчас прикручу ручку, потому что каждый раз прихожу, и приходится снизу там, короче, где-то хватать дверь и открывать, очень неудобно. Вот, кстати, была бы ручка, было бы даже сегодня намного удобней. Опа! Ну все, ребята, теперь есть ручка, можно двери по-людски открывать. Конечно, лучше было бы на угольках, но хоть немножко подогреем сардельки. Такой вот с Каленом взяли себе перекус. Много еды не брали, потому что без ночевки сегодня пришли. Сейчас немножко подогреется сарделечка, и можно будет ее съесть. Просили на камеру больше не кушать, потому что я противно чавкаю, сказали. Поэтому не буду показывать вам, как ем сардельку. Но если вы сейчас едите, приятного аппетита. Посидели, покушали, немножко обленились уже, знаете, вот покушал, посидел, что-то уже делать ничего не хочется. В общем, подумали, особо сейчас нет смысла баню перемонтировать. Мы пойдем сейчас, наверное, тазик вот тот заберем, кастрюлю с дымоходом, принесем сюда. А в следующий раз, я когда приеду сюда, я буду зашивать, наверное, вот этот коридор, типа как тамбур сделаю. И тогда уже я привезу каких-то досок. Кстати, реализовать доски сюда, подвоз, будет очень сложно, я не знаю, ну... В принципе, задача стоит, значит, надо будет решать, как-то решим, привезем сюда доски, и я с досок сделаю каркас, и, получается, в следующей серии уже, типа, баню поставлю сюда поближе. А потом, там, может, через видео или когда мы с Калином сюда приедем, принесем генератор, телек, плойку, и как бы зависнем здесь минимум на 24 часа, может, даже на 48. Ну, а пока что, да, Колян уже, короче, взял пистолет в руки. Да, что-то он за... За это вот, да? Я тогда, короче, начал пенить, так и не допенил. Тут сейчас уже видно куча щелей. Сейчас максимально все позапениваем. Потом остатки вот этой пены надо будет поснимать, потому что, ну, видите, некрасиво смотрится. И чем-то вот это закрасить. Я так разошелся с этим пистолетом, ребята, что уже не знаю, где еще добавить пены. Но раз уж она осталась, давайте тут все в пену превратим. Кстати, уже все, баллон почти пустой. В принципе, хватило баллона пены. Уже реально хожу и не знаю, где добавить. Давайте еще где-то добавим по возможности. Так. Вот эта такая здоровенная щель. Я не знаю, есть ли смысл ее запенивать, но давайте запеним. И напишите мне, ребята, в комменты, когда вот эта пена обдерется, вот эта старая пена, чем можно закрасить вот такие места. Потому что вот это белое, знаете, оно некрасиво будет. На улице прохладно. Здесь хоть дверь открыта, ребят, намного теплее. Все время скачет температура 2,8, 3, видите. Сейчас, короче, мы идем разбирать баню, которую сделал интересный фикус. Для того, чтобы перенести ее ближе к землянке. Потому что баня это хорошо, но еще хорошо, когда баня рядом с домом у тебя. Так, вот тут я в прошлый раз поставил это все дело и забыл. Но сейчас не забуду, сейчас баню перенесем и увидим, сколько... На улице температура. Так, ну землянку можно закрывать пока что, да? Опа, видите, ребята, есть ручка. За ручку взял, хопа, удобно открываешь. Что приходилось постоянно вот тут брать. Ну а этого козла решили не разбирать. Потом еще раз сделаем для него столешницу. И пускай будет такой, знаете, стол для улицы. А то мало ли что. Все равно всякая, знаете, готовка на костре, шашлык и так далее. Оно происходит на улице. И чтобы не ложить это все на землю, или вот как мы тут мастерили шифер или доски, будет столик. Ну, некрасивый, конечно, но какой есть. Идем в нору енотов. Многие спрашивали за енотов. И смотрите, есть какие-то следы. Явно не человечьи, но, кстати, вот они что-то тут заканчиваются. Так, давайте. Вот, нора енотов. Видите, следов нету. И не похоже, чтобы там жили еноты. Смотрите, как красиво, кстати, намерзло все. Ух ты, прикольно. В общем, ребята, ничего удивительного, что еноты убежали. Я поэтому и не показывал, потому что я думал, и так понятно. Ну, эта нора прорыта руками человека. Она сделана была как времянка для них. То есть, чтобы
ну, как бы они могли переночевать, если хотят, себе в первую ночь. Ну, понятное дело, что они в первый же день, скорее всего, сразу же куда-то убежали и вырыли себе новую нору. Потому что, ну, все, что сделал человек, животные, на самом деле, ну, не любят и боятся этого. Кто-то писал, что им хана будет, кто-то писал, что, типа, молодцы, что выпустили. Знаете, я вам скажу так, если человек не будет лезть в природу, природа сама разберется, и все у природы будет очень-очень хорошо. Главное, чтобы человек не лез, вот как в Чернобыле. Оставили природу в покое на 30 лет, и хищники есть, и травоядные тоже питаются, и тоже их очень-очень много. Главное, чтобы человек не лез. Поэтому я думаю, что еноты, ребята, разберутся, что им делать. Так, градусник говорит, что все. Градусник говорит о том, что он очень сильно замерз. Хотя мы когда год назад с Ерошкиным ходили на левый берег, я брал с собой этот градусник, тогда ночью показывал, он минус 10. Сейчас у него, короче, какой-то сбой. Во, минус 1 сейчас показывает. А, минус 10. Это он отогреваться начал, видишь, минус 9. То есть на улице получается... Больше, чем минус 10. Ну да, вот минус 9, 4 отогревается уже. Здесь у нас стабильные плюс-минус 3 были, при этом открытая дверь. Короче, ребят, я думаю, какие бы морозы не были, зашьем вот эту часть, и будет шикарно просто. Здесь можно будет прям жить. Давно, ребята, такой погодки уже не припомню. У нас уже зимы пару лет, наверное, не было. Так, ну что, банька-парилка. Банька-парилка. Так... Банька-парилка. Я думаю, что с этой бани мы перенесем только вот эту кастрюлю и трубу. Сейчас это все дело демонтируем. А клеенку я в следующий раз новую принесу, потому что этой может, в принципе, не хватить. И так как планирую еще сюда привезти немножко древесины, ну, типа штафеты, чтобы там внутри зашить. Из этих штафет я, наверное, сделаю уже каркас, ребята, для самой бани. И туда уже новую пленку натянем. А вот все-таки кастрюлю вот эту для борща и дымоход мы позаимствуем у интересного эфикуса. Так. Сколько, что? Сколько стоит твой шмот? Куртка 90, штаны. Долларов, нет. Тысяч? Не, просто гривен. А, просто гривен? Штаны, я не знаю, рублей 700 где-то. Рублей или гривен? Гривен. Кеды 150 гривен. В общем, 1000 гривен мой лук. Ого! Ого! Так сильно! Ломать не строить. Да, ломать не строить, пацаны, явно. Блин, она примерзла к земле. О, я оторвал. Все, забираем и несем это все к землянке. Так. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все, погнали отсюда.